Венгрии не нужны специальные центры по регистрации заявок о предоставлении убежища, эти центры должны создаваться в Италии и Греции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По нашему мнению, нет необходимости учреждать горячие точки в Венгрии, они должны быть в Италии и Греции. Венгрия не находится на пограничной линии. Пограничная линия пролегает в Греции, сказал Орбан журналистам в Брюсселе. По его словам, все мигранты, которые прибывают на границу Венгрии, проезжают через Грецию. За трудности на венгерско-сербской границе несут ответственность греки, заявил венгерский премьер. Евросоюз создает в Италии и Греции центры по приему беженцев, где планируется регистрировать всех прибывающих мигрантов и принимать и обрабатывать их заявления о предоставлении убежища. В четверг председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что такие центры нужно создавать ближе к конфликтным точкам за пределами Евросоюза.